легче, когда есть с кем поговорить. Моя мама всегда говорила мне: «Улыбнись и сделай счастливое лицо». Говорила, мое предназначение – приносить радость и счастье в этот мир. Остановите их! Это я? Или весь мир сходит с ума? Всегда одинокий даже в толпе, Артур Флэк ищет привязанности. И когда он бредет по грязным улицам Готэма или едет по густо покрытому граффити метро враждебного города, дышащего разобщенностью и неудовлетворенностью, он носит две маски. Одну он, клоун, каждый день рисует на лице перед работой, а вторую не сможет снять никогда. Это облик, который он проецирует в тщетной попытке почувствовать себя частью окружающего мира, а не непонятным человеком, уже не раз битым жизнью. У Артура нет отца, но есть болезненная мать. Она же, возможно, его лучший друг. И называет его «Радость». Это прозвище вызывает у него улыбку, за которой скрывается душевная боль. Но нападение подростков на улице, насмешки пижонов в метро, даже потрунивание коллег-клоунов – все это еще больше отдаляет изгоя от тех, кто его окружает. Для всех, кто думает, что легко справиться с моей работой, вот, посмотрите. Когда я был маленьким и говорил, что стану комиком, люди смеялись надо мной. Что ж, теперь никто не смеется. Что ж, ты чертовски прав. «Джокер» – фильм режиссера, соавтора сценария и продюсера Тодда Филлипса – это его оригинальное видение культового злодея комикс вселенной DC. Это история становления, пронизанная пусть лишь на поверхности более традиционными элементами мифологии персонажа. Это фильм о том, почему появляется зло. Тодд Филлипс рассказывает о жизни человека, который старается найти свое место в разрозненном обществе Готэма. А Артур Флэк в исполнении Хоакина Феникса производит неизгладимое впечатление. Его герой мечтает стоять в свете софитов и пытается стать стендап-комиком, только вот смеются всегда над ним. Попав в замкнутый круг апатии, жестокости и предательства, он принимает одно неверное решение за другим, что запускает цепную реакцию все более ужасных событий в этом мрачном аллегоричном рассказе. Мне нравится, насколько сложным персонажем является Джокер. Мне показалось, что его собственная история стоит того, чтобы снять о ней фильм. Ведь этого еще никто не делал. И даже в комиксах нет устоявшегося канона его происхождения. Поэтому мы со Скоттом Сильвером, соавтором сценария, написали свою версию многогранного и сложного антигероя. И того, как он им стал. Мне была интересна не история Джокера, а история появления Джокера. Начало 1980-х годов. В Готэме нарастает смута. Но нет ни теневого криминального мира, ни главы мафии, готового рискнуть всем ради собственных интересов. Гораздо очевиднее набирающий силу раскол внутри живущего в антиутопии общества, разделенного на богачей и бедняков. Напряжение же лишь усугубляется забастовкой уборщиков мусора, растянувшейся на многие недели. Готэм балансирует на краю пропасти. Есть только город и те, кто им управляет. И как и в любом муниципалитете, с урезанным бюджетом под нож идут именно службы, помогающие самым незащищенным слоям населения. Нет, это не тот Готэм и не тот Джокер, которых читатель знает из произведений, созданных за последние 80 лет. Это оригинальный самостоятельный фильм о становлении культового злодея. История о том, как атмосфера борьбы всех против всех подталкивает находящихся на грани человека и город сделать шаг в пропасть. Причем в падении первого есть немалая вина второго. Человека зовут Артур Флэк. В фильме достаточно достопримечательностей Готэма, искусно вплетенных в его мрачные пейзажи, чтобы завоевать расположение зрителей и позволить поистине гипнотическому исполнению актера Хоакина Феникса увлечь их прогулкой с Артуром Флэком по их города и персонажа темной стороне. Одной из тем, которые мы хотели поднять в фильме, было сопереживание, вернее, его отсутствие. Сочувствия в мире Артура явно не хватает. Например, вы видите, как по-разному на него реагируют дети и взрослые. Ведь дети смотрят на мир прямо, а не через кривое зеркало предрассудков. Они не видят противостояния богатых и бедных, не клеймят изгоем, как это делают взрослые. Они лишь понимают, что Артур пытается их рассмешить. Это неврожденные. Нам приходится учиться отвергать других. И, к сожалению, обычно нам это удается. Может, уже отстанете от ребенка? Простите.
Артур, каким его написали Филлипс и Сильвер, застрял в порочном круге неверно прочитанных подсказок судьбы. Даже его неконтролируемый неуместный смех, который лишь набирает силу, когда тот пытается его сдержать, не вызывает сочувствия тех, с кем он сталкивается в повседневной жизни. Лишь приводит к насмешкам и отдаляет от жителей Готэма. Во время съемок были моменты, когда я осознавал, что нащупал ниточку к персонажу, вроде бы даже понял мотивацию. Но в следующем мгновении меня отталкивало то, какие решения он принимал. Играть такого антигероя – вызов для меня как актера. И я уверен, что не просто будет и зрителям с их устоявшимися представлениями о Джокере. Потому что в его вымышленном мире, как и в нашем реальном, простых ответов не существует. Мы часто говорим о верхушке айсберга, но редко упоминаем ту часть, которая под водой. Что именно привело к такому финалу? Артур Флэг – парень на улице, мимо которого пройдешь, или через которого переступишь. В этом фильме авторы хотят добраться до той верхушки айсберга, что под водой. Именно эти темы, а также страсть режиссера к определенной атмосфере, задали тональность не просто драме о Джокере, а именно такой драме о Джокере. Тодд Филлипс признается, что его вдохновили исследования персонажа, которые он смотрел, когда был помоложе. Визуальный ряд, атмосфера, палитра тех фильмов сделали нужной и эту историю. Для Филлипса это значило вернуться в 1970-80-е годы, эпоху Серпико, Таксиста и Телесети. Создатели нового фильма включили несколько элементов из графических романов и выбрали местом действия Готэм где-то 1981 года, потому что это перенесло бы зрителей в те времена и отдалило бы от мира комиксов, который хорошо знаком по сегодняшним блокбастерам. История Артура одновременно очень богата и скудна на детали, поочередно сфокусирована и искажена. Она собиралась, как вспоминает Филлипс, в течение года в маленьком офисе в Нью-Йорке. Сценаристы начали определять путь, как обычный человек мог стать настолько злодейским и зловещим персонажем. В той версии истории, которую рассказываем мы, падение в чан с кислотой не сработало бы. Пусть это и интересно, поэтому мы попытались смотреть на все через очки реального. Чтобы это обрело смысл в мире нашего фильма, мы начали рассуждать. Итак, почему он накладывает такой грим, когда превращается в Джокера? Откуда он у него вообще и почему? Может, он действительно клоун? Затем мы, конечно же, должны были спросить себя, почему он работает клоуном, что сам герой объясняет тем, что его мама всегда говорила ему, что он должен нести смех и радость этому миру. Этого все и началось. Такой герой дает вам невероятную свободу, особенно если он Джокер. Помните, в «Бэтмен. Убийственная шутка» он даже замечает: «Если я соберусь обзавестись прошлым, оно будет в нескольких вариантах». Это все так ужасно. Всю жизнь я не знал, существую ли я. Существую. И люди начинают замечать меня. Думаешь, это смешно? По-твоему, это шутка? А Мюррей хотел попросить. Да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Артур всегда разрывается между тем, что он хочет сказать, и тем, как он хочет это сказать. Его инстинкты не вписываются в принятые стандарты беседы или взаимодействия, да чего угодно вообще-то. Правда в том, что Артур сложный. Он пытается стать стендап-комиком. Это для него работа мечты. К ней он готовился, отсматривая номера других артистов, надеясь уловить их интонации и использовать самому. Надеясь, что он, как и они, захватит внимание аудитории колкими замечаниями и обретет даже большую форму признания, получив заслуженные аплодисменты. К сожалению, то, как он видит мир и, честно говоря, то, что он считает смешным, не срабатывает. Он не понимает их юмора, как и не в состоянии его подделать. Кстати, для подготовки к роли актер сбросил 24 килограмма. Для этого он ел чуть больше одного яблока в день. Филлипс признается, что это была его идея. Режиссер хотел, чтобы персонаж казался вечно голодным и нездоровым, как истощенный волк. When there are clouds in the sky, you'll get by. Что? If you smile, through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. Что смешного?
урод! В поисках эмоциональной близости Артур обращает внимание на свою соседку Софи Дюмонт. Он влюбляется в нее, но это скорее щенячья любовь, когда он пытается увидеть ее хотя бы краешком глаза. Мать-одиночку с 5-летней дочуркой сыграла Зази Битц. Софи с дочерью живут дальше по коридору от флеков. Они с Артуром пересекаются в лифте или в подобных местах, ну вы знаете. Она в одиночку воспитывает ребенка, и, наверное, ей нелегко. Тем не менее, она видит, что ему сложно общаться с людьми и в целом некомфортно, поэтому она терпима к нему и старается быть милой, улыбается ему, как вы бы улыбнулись своему соседу. Особо стоит сказать о сеттинге новой драмы про Джокера. События фильма происходят в вымышленном городе Готэм, но его главную площадь сыграло место под названием Таймс-сквер Нью-Йорка. Его архитектура и атмосфера действительно напоминают Таймс-сквер в Нью-Йорке 40 лет назад. Хотя события в фильме разворачиваются в 1981 году, режиссер Тодд Филлипс предпочел использовать машины 70-х годов. Он решил, что они лучше отражают мрачную атмосферу картины. Автор «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс снял настоящую скорсезовскую драму об изгое, доведенном обществом до отчаяния. И, возможно, переплюнул Кристофера Нолана с его трилогией про Бэтмена в подходе «Чем мрачнее, тем реалистичнее». В результате перед нами настоящий пик максимально серьезной и реалистичной экранизации по мотивам комиксов. Шекспировская трагедия, снятая комедиографом. Студия DC взяла уверенный реванш перед Marvel в борьбе со зрителя и Оскар. На Венецианском кинофестивале Джокеру вручили гран-при в виде «Золотого льва». А вот многочисленные поборники морали и нравственности уже обвинили киностудию Warner Brothers и создателей фильма в пропаганде чрезмерной жестокости.